Так, надо мотышку взять, так вот, семена пшеницы, так, картошечки. О, ребят, всем привет! Так, это мы пока тут оставим. Ребята, всем здрасте! Возвращается наша любимая деревенская рубрика. Что-то я, короче, это, возвращаюсь сюда, в деревню, а тут 1000 лет не было, и, видимо, тут опять какая-то дичь происходит. Житель, вот какой ты мне это все забрал? Чарли, я, короче, выкупил полностью эту горянку у мэра. Ну, житель, ты понимаешь, что ты врешь сейчас нагло мне? Какой я тут работаю, а как мне работать? Понятно. О, мэр, здрасте. Он реально вот этот житель выкупил эту грядку? А, реально? Мэр, извиняюсь, что ударил. Да, А где мне работать, если он ее выкупил? не знаю, но если ты не будешь работать на горячке, то тебе зарплата -10 тысяч долларов. Понятно. Ребят, не обращайте внимания, что он говорит 10 тысяч долларов, он просто напился. Понятно. Ребят, ладно, мне другие хотя бы грядки надо обчистить, потому что тут я вижу, ой, тут собрание какое-то жительское. Ладно. Ну, это, конечно, жесть. Это жесть. Как считаете, ребят? Ну, за такое, мне кажется, вот за такой пипец в нашей деревне можно и лайк поставить. Ребят, вот подпишитесь и поставьте лайк, если вы считаете, что надо пробираться в эту деревню. Если вы считаете, что не надо, тогда, пожалуйста, напишите коммент какой-нибудь. Если считаете, что не надо пробираться в эту грядку, лучше оставить этого жителя. Но я проберусь. Вот сейчас вы напишите мне коммент, а я прочитаю эти комменты, окей? А я пока соберу пшеницу и все положу куда надо. Я в шоке с этих жителей, а, ну реально, ну, как так можно было дать этому жителю, ну реально, ну житель, ну вот зачем? Я ведь все это, вот реально, очень, мне очень интересно стало, что он там скрывает. Он меня не просто так защитил, если бы он, ну, типа, не хотел защищать так, то бы, я уверен, он бы не стал такой дичью заниматься. Я там видел бы дрог с АП. Пока он не видит, давайте вот так вот проберемся. Я хочу посмотреть, у него реально там бедерок. Или это... Ну, реально бедерок. Он сумасшедший. Чтобы вы поняли, один блок такого бедерока стоит всю мою зарплату, а то есть 10 тысяч долларов. Если честно, это очень мало для... Вообще, в принципе, в городе нашем, типа, в городе жителей, это... Блин, это уборщица столько зарабатывает. Это вообще мало. Но в деревне это довольно хорошая сумма денег. Короче, сейчас я посчитаю комменты ваши. Так, давай, прибирайся, давай, давай, прибирайся. Прибирайся, не, не надо, может, в полицию вызвать. Кстати, вот это правда, это лайк. Так, прибирайся. Я понимаю, надо пробираться. Ждем ночи. Так, все, этот житель вроде... О, привет, житель. А, боже, эти жители. Вот, все, давай, сваливай. Так, этот житель свалил, можно орудовать. Так, через вход банально. Давайте мы, как говорится, по методичке. Зачем он эти двери поставил, если я просто пошли? Фух, сейчас мы взорвем эту штуку. Давай. Все, кайф. Ух! Так, лучше за. Хотя. Не, лучше запереть. А то вдруг еще кто. Сигнализация сработает. Короче, всякое может произойти. Лучше запереть. Ну и что? Просто обычные машины. Так, люк. Ну, ай, фиг, разбираемся, как выйти. Ну, погнали. Ну, погнали. Так, что ты... Боже. Так, ладно. Блин, пароль. Я не знаю ведь пароль. Так, придется, видимо, взрывать. А тут ничего не взорвешь-то, а? Блин, опять... Может, такой? Нет. 5-5-4-4. Отгадал. Чего? Че? Ой, ё-моё, что я делаю? Чего? Он сумасшедший. Слушай, не... Откуда у него столько алмаз?
Не, ну точно. Откуда? Это... Не, я это все конфискую. Быстрее это все надо конфисковать и потом в полицию отдать. Главное это сейчас не тронуть. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Так, это все забираем. Это точно не... В деревне столько заработать, это невозможно. Где он столько заработал? Это... И... Чтобы вы понимали, насколько это много, это вот, наверное, как 50 моих зарплат. Ну, вот столько алмазов, это как 50 моих зарплат, только еще плюсом, там, не знаю, наверное, 25 так изумрудов, стаков. Короче, это очень много. А это вот, вот это все, это, наверное, ну, мне надо, знаете, сколько работать, чтобы вот столько алмазов, изумрудов заработать, чтобы и бедрок еще, да? Это мне кажется... Да я за всю жизнь столько не заработаю. Вот это я заработаю, наверное, за годик, за 2 месяца работы. И вот столько я получаю за год, если что. А вот столько стаков алмазных блоков я только за, наверное, за 5 лет своей работы смогу, если вообще ничего не буду тратить. А если буду, то, ну, наверное, лет 10 я буду работать, чтобы столько стаков алмазов получить. Бедрок, машины эти. Это очень много стаков алмазов. Я не представляю, откуда у него вообще столько денег. Но это очень жестко. Это точно в полицию все пойдет. Пусть разбираются. Это жесть. Так, быстрее, быстрее. Ребята, ну за такое. Знаете, что давайте еще? А? Как говорится, ой, ёп, сюда и надо отойти. Здесь я не умру сейчас. Так, давайте-ка мы, знаете, что сделаем, а? Заберем еще чуть-чуть алмазиков, тут изумрудиков, чтобы проверить так. Да пусть вот так вот закрываем быстрее, валим, валим быстрее, валим отсюда. Да ёпс туда и ща, да, и сейчас методом, старым дедовским методом просто, а. Ага, сейчас все взорвется тут к чертям, а. Нормально, этому жителю, думаю, будет. Ай, нормально, пусть. Пусть, пусть. Да, боже, чё. Фух, боже. Ой, так, быстрее отсюда надо валить. Быстрее, пока... Так, вылавая. Ай, знаете что, пусть... Пусть... Ой, ё-моё, лучше валить отсюда. Быстрее, быстрее. Так, давай, взрывайся. Валим, валим, быстрее. Сейчас... Так, валим, 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 валим. Фух, фух, так, это все складываем. Это все сюда, 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 сюда. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, 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 так. Теперь, сейчас, сейчас будем звонить в полицию. Так, сейчас. У меня есть друг знакомый из полиции. Мы ему сейчас наберем. Так, 5, 5, 9, 6, 3, 0, 1. Так, звоним. Алло, здорово, чувак. Я нашел видео того самого. Помнишь, ты говорил, что какой-то житель или игрок делает, короче... Забирает просто, покупает у разных мэров всякие огороды и, короче, все это закрывает и там прячет свои изумруды. Я, видимо, этого жителя нашел. Быстрее сюда наряд полиции, ФСБ, без разницы. Я, видимо, нашел. Сейчас у меня есть даже доказательства и улики. Быстрее. Все, ребят, сейчас сюда будет приезжать уже полиция. Я думаю, не смогу это все снять, но давайте, ребят, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это же.